Константину Затулину вручили удостоверение кандидата в депутаты Государственной Думы 8-го созыва по Сочинскому одномандатному округу. Процедура прошла в территориальной избирательной комиссии Центрального района Сочи. Комиссия выдает удостоверение кандидатам в депутаты, которые ранее зарегистрировались для участия в сентябрьских выборах. Константин Затулин, действующий депутат Государственной Думы 7-го созыва, представляет в российском парламенте интересы жителей Сочи, а также Пширонского и Белореченского районов. Какие бы сроки ни наступали, важно в моем случае быть уверенным в том, что деятельность моя в качестве депутата Государственной Думы, действующего депутата Государственной Думы 8-го созыва от города Сочи, от Белореченска, Пширонска, она встречает понимание у моих избирателей. Я это пытаюсь проверить, удостоверить, встречаюсь с людьми и намерен это делать и дальше. Ни интернет, ни телевидение, при всем к нему уважении, не заменяют личных встреч с избирателями, и мы намерены, я и моя команда, сейчас приложить все старания для того, чтобы объяснить свою позицию, свою программу действий, ну и, конечно, выслушать жалобы, наказы. Напомним, что именно Затулин одержал победу на праймерис «Единой России» в мае этого года. В ближайшее время все кандидаты, прошедшие проверку документов в ТИКе, начнут свои агитационные кампании.